Вот что касается «Шахтера», ну, не знаю, постоянно из года в год тоже проблема, что вот не хватает им даже не столько мастерства, сколько где-то воли. Угу. Какое-то проклятие Еврокубков. Целеустремленность. Да? Ну, в целом подход такой, что все-таки как-то Еврокубки не даются. Ну, и даже в чемпионате мы видим, что в решающий момент эта команда как бы теряется, пропадает. То есть бывают у них хорошие отрезки. То есть у команды, казалось бы, все есть у команды, бюджет, игроки не самые плохие, но нет у нее такого стержня, что вот нужно добыть результаты, чтобы сквозь зубы добывать его.